Вот иду по чьим-то следам уже долгое время. Короче говоря, следы, наверное, больше метра. Я не знаю, что тут за человек шел. Двухметровый, что ли, я не пойму. Вот один шаг. Вон там только другой, третий. Вот два шага. Мне надо сделать три шага, чтобы эти два шага. Не знаю, что впереди меня за человек идет. И куда он идет, обратных следов нету. Они еще свежие. Вот. Вот я дошел до нашего места. Обычно тут в сугробах мы лазим, даже непривычно как-то. Но все нормально, даже... Ой, столик у нас тут остался цел. Скамеечка наша. Так. Здесь мы жарим на ней. Это надо убрать. Ее, видимо, ветром снесло. Си. Ну все, сейчас дровишек наберу. Костерчик распалю. Самый надежный способ разведения огня без единой спички. И все. Простите, выживальщики, бушкрафтеры. Десять грамм бензинчика. Все. Не надо чиркать всякими там огнивами, трутиками. Владелец акций. Акционерша? Акции. Да. Что-нибудь посложнее бы, какой-нибудь кроссворд какой-нибудь нашел бы. Акционер. Детские какие-то кроссворды разгадывают. Че какие были в почтовом ящике? Бесплатно же. Подпись негра. Подпись негра? Мотного. Подпись негра мотного. Модного? Да. А, еще баба Халка. Халка, знаешь, кто такой? Я не смотрел этот кино. Ты смотрел этот кино? Ну Халк-то здоровый такой там бегал, танки даже переворачивал какой-то детина. Что ты его... Напоили, что ли, чем-то, да, то что-то хуйня какая-то. Простите. Что за баба у него была-то? Баба Халк. Подпись негра. Подпись негра, баба Халк. Баба Халка. Там была какая-то баба, за ним бегалась. Хрен его знает, что за баба. Это артистка, что ли? Он же мужиком был до этого, она его любила. Потом его разнесло, он здоровый стал, зеленый. Нажрался чего-то. Что за баба-то? Да откуда я знаю? Артистка, наверное, американская какая-нибудь. А что там про негра-то? Вот подпись негра модного. Модного? А? Что за модный негр?
Где это вообще? Вот. Подпись негра модного. Подпись неграмотного? Ты что, не можешь пере... Это же... Два слова соединить не можешь, что ли? Это же перенос. Неграмотного, неграмотного. А это что там? Бабахалка. 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 Салют. Или фейерверк. Баба Халка. Смотришь книгу, видишь фигу. Ну, давай, ты ничего не видишь. Учат людей, учат техникуме. Человек учился перенести, там перенесли слово. А салют, салют или ю? Зачем ты вообще ручку в руки берешь? Отнимите у него ручку кто-нибудь. А подпись неграмотного что тогда? Ну крестик, наверное, что там, я не знаю, что там неграмотные ставят. Да, Рустем, а если тебе нормальный кроссворд, сканворд какой-нибудь дать? Поэтому я бесплатный же беру. Ты, наверное, там даже прочитать. Ну ты это здесь прочитать толкнуть ты не можешь. Баба Халка. Я еще дурак, думаю, сижу. Ну что за Халка? Баба, что за баба? Дураком жить, конечно, хорошо, легко. За тебя все что-то думают. С одной стороны. Кроссворд сожгли нафиг, чтобы мозг не ломать. И сидели, слушали птичек. Смотрели, как детишки играют. Потом наступил вечер. Рассказывали друг другу, кому что приснилось. Мне приснился вот такой сон. Сидят люди вокруг чана с вкуснятиной. Каждому из людей к его руке привязана длинная ложка. Сидят голодные бедолаги, есть хотят, а насытиться не могут, потому что из-за длинной ложки они не могут ее вкусить. Еду. В другом месте сидят тоже люди. К ним тоже привязаны к каждой руке по ложке. Такие же длинные ложки. Но они сидят счастливые и радостные. Они кормят друг друга. Вот их секрет счастья и радости. То есть, если вы будете помогать друг другу, вы будете жить в благополучии. Если же вы будете думать только о себе, тогда вы будете несчастны. Посидели еще чуть-чуть около костра и пошли домой.